Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот печеньки детские Чипа. Они растворимые в молоке, стоят в районе 60 рублей, с 5 месяцев, содержат йод, также витамины В1, В2, ПП и С. Сейчас разрежем сначала. Вот так их много. И давайте посмотрим состав. Ага, состав сфокусировался. Сейчас можете, кому интересно, нажать стоп и прочитать его. Также срок годности и все остальное. Изготовитель. Так, с этой стороны какие еще разные бывают вкусы. А, с кальцием есть, железо, овсяный, фруктовый и классический. Так, и здесь. А, ну здесь на иностранных языках. Так, также здесь 180 грамм. Вот так они выглядят, довольно красиво. И, что самое главное, легко ребенку откусывать. Как раз у него маленький ротик. И ему он взял, откусил и ест. Не то, что там наши огромные печеньки. Здесь есть некоторые поломленные, но они попадаются, к сожалению, всегда. И давайте ее попробуем. Но они такие сладкие, но чуть-чуть прям сладкие, не приторные. Немножко кислинка какая-то есть, прям совсем немножко. Хрустящие, то есть они легко разжевываются, сразу превращаются в крошку. Это вот как раз потому, что они в молоке хорошо разваливаются. Ну, такие вкусные для ребенка, вот как раз самое то. Чувствуется такое, что они прям для ребенка. Такие они ароматные, прям после вкуса. Кажется, даже с добавлением сухого молока или вот чего-то такое вот молочное в них прям чувствуется. А, ну да, они растворимые в молоке. Такие они вкусные. Ну, для ребенка это вот будет нормально. Для меня, честно говоря, немножечко не очень. Я пробовала другие печеньки, не помню какие. Они прям были сладкие, такие вкусные. Здесь вот сахар поменьше. Как раз вот для маленьких детей самое то. Тем более там с 5 месяцев. Похрустеть, пожевать. Ну, вкусно. Можно покупать своему ребенку. И самое главное, что удобно ребенку кусать. То есть форма удобная. И самое главное, что сахара мало, потому что у детей сахар поднимается гораздо быстрее, чем у взрослых. Напишите свои комментарии, покупаете ли вы ребенку печенье, какие, может быть, вы делаете сами. Если вы делаете сами, напишите рецепт, я тоже попробую сделать. У меня ребенок как бы согласен поесть печенье, но не особо, не сказать, что он его прям любит. Если есть, он ест. Нет, так нет. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно смотрите наши другие ролики, влоги, обзоры на продукты, продукты из фикс-прайса. И также в конце будет маленький кусочек ролика, как мой сынок кушает эту печеньку. Не выключайтесь, досмотрите до конца.
Да, у нас Димулька сегодня будет пробовать печенье Чипа. Доставай печеньку. Как я вам и обещала. Печенье. Пробуй. Пробуй печеньку. В ротик клади печеньку. Да, ты ее показываешь? Вот такая она. Ага. Мама ее уже показала до этого. Кушай. Ну как? Это печенька к печенье. Чего от меня хотите? Ну. Жуется хорошо. Ты еще хочешь? Ты туда ешь, подожди. Даешь ту. Кушай, кушай. Вот он как ест. Как он ест красиво. Если вы хотите посмотреть о Димульке побольше, вы можете посмотреть наши влоги. Он участвует в каждом влоге. В каждом влоге он что-то делает, чем-то занимается. То убирается, то играет. Да, Дима? То убирается, то играет. Да? Чем только Димочка не занимает. То он гуляет, то он бегает. Да? Скажи, обо мне можете узнать во влогах. Приходите к нам на влоги. Вкусное печенье, скажу. Вкусно. Хрустит оно как. И жуется быстро. Вот такое вот печенье Чипа. Сюда надо было Димульку. Ты еще хочешь? Возьми еще. О, какая печенька. И самое главное, удобно малышу ее кусать. Да? Она узенькая, длинненькая. Как раз малышу в рот помещается. Да, зайка? Кусай ее. Ух ты, как ее... И ты ее даже по-другому кусаешь. Какой молодец. Вкусно? Вкусно. Понравилось тебе. Да? Понравилось? Смотри на меня. Ой, улыбается, улыбается. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики. Наши влоги, как я уже говорила. Видеообзоры продуктов. Продуктов фикс прайс, обыкновенных магазинов. Также техники обзоры. И всем пока-пока. О, какой полный рот у тебя.